Всем привет! Мы с вами находимся на входе магазина IKEA Нижний Новгород. По вашим просьбам, дорогие подписчики, мы покажем вам и расскажем о новой коллекции Tenkvert. Ценник у коллекции не маленький, вещи интересные. Давайте посмотрим, попробуем разобраться, почему такой ценник по соотношению к всему ассортименту IKEA. Что, давайте смотреть. Сегодня будем сейчас кружиться вот по такому небольшому пятачку. Все сконцентрировано в одном месте. Дим, может, переместимся в начало? Пойдем. Коллекция на самом деле разнообразная, интересная, такая летняя, воздушная, что-то схоже с африканскими орнаментами, море, лето. Ну, в общем, что рассказывать? Давайте буду вам показывать. Вешалка Tenkvert. Дим, пойдем покажем поближе. Давайте смотреть. Цена 3700. Ну, кстати, в магазине они уже представлены. Что и как у нас? Переплет, бумага, прозрачный акриловый лак. То есть вот эти вот все сцепочки – это бумага. Сейчас я уберу. Я думаю, нас ворчать не будут, да? Как выглядит эта вешалка? Вот, друзья мои, 4000 рублей без малого, да? 3700. Перекладины – это полностью ротанг. Дим, вот сколько стоит? Не сталкивался никогда где-нибудь в строительных магазинах? Вот такие вот ротанговые палочки продаются отдельно? Только если, наверное, если делать дома аналог, потому что я 100% уверена, что будут комменты на тему «я сделаю это сам», ну, только если из сосны, да, и вот эти вот, как они, черенки для лопат, да. Но ротанг, он гладкий, он не... Отшлифовать можно и маслом смазать. Ну, в общем, если постараться. Отшлифовать и маслом. Пропитать, да? Ну, намного дешевле выйдет? В 3 раза минимум. В 3 раза минимум? Слушай, так-то вещичка интересная, да? То есть ее можно поставить к стене, использовать как декор, использовать элементарно как какую-то сушку. Ну, понятно, что она вот под такую стилистику, да, какая-то хижина, веревочки. Она привязана. Ты мне еще раз нужен показать крепеж изнутри. Так, вот как... Давай я ее... А, вот, смотри, вот они. То есть здесь на саморезы, шурупы, что здесь? Саморез? На саморезик. И замотано для декора вот бумажными такими веревочками. Ну, я бы не сказала, что она уж... Ну, да так-то нормально, как мелкая какая-то лесенка. В общем, вот за такую лесенку в этой коллекции просят 4000. Ну, как ты обычно говоришь, распродажи нас рассудят, да? Честно, заказов по этой коллекции не было ни разу. А нет, обманываю. Заказывали один раз полотенце и заказывали один раз маленькую корзинку. Ну, слушайте, раз я держу, да, в руках покрывало. Вот такое вот покрывало. Полотно. Полотно? 1500 рублей. Хотела артикул показать, да? Хотя, в принципе, на сайте все это есть. Оно двухстороннее. Обратная сторона вот такая вот белая. Ну, напоминает, знаете, что-то такое вот марлечку. Я еще не смотрела состав. Кстати, оно не только двухстороннее, оно двухслойное. То есть плетение сделано так, соединены ткани, что здесь вот типа, вот, друзья мои, прям вот марлевка, из чего нам, детям, выросшим в Советском Союзе, мамы подгузники крутили. Прям очень похоже. А, простегано между собой. Или это ткань такая? Интересно, сейчас давайте разбираться. Варианты синий-белый. Размер 130 на 170. Вот этикеточка. Дизайнер Аканг. Да, господи, Дэйл. Хлопок. Не прописано какой, сколько слоев. В общем, вот такая вот трипулька, 1500. Ну, хотя, как если парера в магазине взять, за рубль переваливает. Девочки, а это можно на пляж использовать. Так, сейчас надо теперь красиво повесить. А то нам 100% скажут та-та-та, да? Развернем. Всю красоту. Заодно люди подумают, растрогают, значит, интересно, глядишь, и прикупят. Так, полотенца артикульного номера не вижу. Пойдем сюда дальше. Так.
Вот такой чехол на подушку. Как халатик на пуговичках. Очень напоминает. А, кстати, опять же, да, напоминает. У мамы, помню, был в детстве. Не знаю, твоей было или не было. Такие простеганные халаты были в такими вот точечками красивые. С перламутровыми пуговичками. Здесь не перламутровые, здесь обычные пуговички. То есть вот такой вот. А давай мы ее расстегнем, если она расстегивается. О! Покажем, так сказать, изнутри. Она не двухсторонняя? Нет. Хотя швов? Нет, шов есть. В общем, вот внутряха белая ткань, подобие бясти. И вот внешняя. Но по внешней здесь идет строчка, и эта строчка идет вот в этих полосочках. 65 на 65, 1300. Блин, ну дороговато, да, за чехол на подошку? Хлопок. А производитель есть? Ничего не написано. Должно же оправдать. Вес наполнителя 134 грамма. Здесь еще внутренняя подушка. Погоди. Нет, что-то не то. Дай-ка мы ее расчехлим. Потому что это не иннер. Made in Россия. Слушай, а это сама. Ха! Ребят, Нижний Новгород, мы вас очень любим, но смотрите. Вот мы нашли у вас ошибку. Зачем? Нет, иннер белая. Нет, это не ошибка. Получается, что новый иннер появился, про который мы не знаем? Иннер-то обычно простеган этот в синтетике. Нет, иннер вот. Это иннер. Вот, она какая всегда была, вот дома какие, в этом синтетическом чехольчике. Это иннер. Я ж думаю, я с ума-то не сошла. Так, а вот сама подушка. Блин. И Китай. Там написано Россия. Подушка якобы двухсторонняя. Подожди, вот насколько я умею читать этикетки, здесь входит в комплектацию подушка вот эта. Потому что это не является, это не иннер, это совершенно другая подушка. Ну, значит, 1,2 должен быть. Плюс смотри, на самой этикетке чехла на подушку есть инфа, что вес наполнителя 134 грамма и общий вес 460 грамм. Это не иннер. Во-вторых, здесь нет артикульного номера и штрих-кода на ярлычке, как обычно бывает. То есть это внутренние элементы от какого-то другого. Так, сейчас посмотрим по описанию. Надо разобраться. Внешняя ткань подушки, хлопок, шарики из полиэстерного волокна. Подушку Вильдин запихали. Вот она, Вильдин. Ценник повесили от подушки Иннер. Ну как так-то? Ну так она стоит одинаково. В общем, 1300 это за сам чехол. Внутри спрятана была подушка Вильдин. Ну, хоть разобрались. Поэтому, друзья мои, аккуратно. А то вот сейчас мы скажем, да, друзья, подписчики потом к посредникам обратятся, будут требовать, а нам сказали, что там есть подушка. Нет, подушка в комплект не входит. Подушка в комплект не входит. Нижний Новгород, поменяйте ценники. Это не иннер. Сейчас мы застегнем бабушкин халатик. Ну вот пуговички, да, они для меня на самом деле спорные. Вот. Я люблю подушки функциональные, когда их можно переворачивать на любую сторону. Здесь получается, если вы решили на ней поваляться, а поваляться на ней можно, потому что она хлопковая, то эти пуговицы будут в районе шеи, лица. Это неприятно. Поэтому как-то вот этот моментик для меня, мало того, что ценник, я считаю, дороговато за одну подуху. Так, это у нас что? Это неведома зверушка. Ни ценника, ничего нет. Ну что, давай смотреть. А, кстати, коврик. Давай покажем сразу, чтобы по нему не бегать. Из этой же линейки размер 102 на 250, ковер берзворсовый, 2500 стоит.
он получается двухсторонний, использовать можно на любую сторону. Здесь вплетение хлопковой нити и, судя по всему, что-то типа соломы, да? Что-то такое. Ну, точно натурпродукт. Да, наверное, как, ну, такая вот солома какая-то травяная. Ну, такой коврик. За 2,50. Спорно. Так, постелька. Постелька у нас стоит 4000, односпальная. То есть это наволочка и пододеяльник. Давайте смотреть. Рисунок у постели вот такой. Ну, орнамент на самом деле интересный. Рисунок вот такой. Орнамент на самом деле интересный. Такие вот переходы красивые. Очень нежный, гладкий лен. Кстати, друзья мои, это лен. Это уже не хлопок, более дорогая ткань. Но опять, вот эти вот декоративные пуговички. Ну, как-то для меня они спорны. Потому что переворачиваться, то есть получается, я подушку должна всегда контролировать на одной стороне. Да и ценник все-таки 4000. Не знаю, я давно постельки нигде, кроме Икеи, не покупала. Поэтому сориентируйте, уважаемые подписчики. Дим, пойдем покажем по плотности ткань. Ребят, сориентируйте, кто покупал, например, льняные комплекты не особо давно, сколько стоит одна спалка. Вот плотность. Ну, как? Куда бы, да, подползти? Давай в тенек. Давай в тенек. Может, не... Как вот? Пошевелить или... Видно, да? То есть как такая полупрозрачная, то есть не совсем плотно. Пододеяльник только на пуговицу. Здесь есть дырка, то есть есть риск вываливания углов, потому что нет большого загиба или фиксации пожестче. Вот наволочка помягче. Пододеяльник, возможно, в масштабах того, что это большее, да, пространство. Ну и плюс у льна есть такая особенность – легкое покалывание. Возможно, после первой стирки оно пройдет. Не могу сказать. Так, надо разобраться, что за наволочка синяя. Или это отдельно комплекты продаются наволочек? Да, наверное, отдельно. Вон они в коробках. Клетчатый орнамент синий и цветочный орнамент белый. Значит, есть еще один рисунок. Скорее всего, это вот он. Ну ладно, мы сейчас до этого дойдем, чтобы голословными не быть. Да. Клетчатый орнамент синий, клетчатый синий. Так, пойдем сюда. Нет, это наволочка. Дальше. Ну, один, да? Нашли мы с вами один комплект постельного белья. Стойка. Я что-то упустила. Нет. Он односторонний. Дим, коллекция новая. По ней вообще информации особо нет. И понимание, да, что и как, и почему такой ценник, кроме того, что это супер эксклюзив, как, наверное, было с Беллой Окерлунд. Значит, смотрите. Помимо постели представлены еще отдельно наволочки. Наволочки продаются попарно. Комплект из двух штук стоит 600 рублей. Тоже это лен. Нет, это уже хлопок. А хотя ощущение похоже. Значит, комплектация, смотрите, либо вот так. Вот такой орнамент, вот с такими ромбиками. Но при этом нет постели вообще, ни пододеяльника, ни простыни, к чему это привязать. Кстати, здесь уже нет пуговиц. Здесь, смотрите, не стандарт для Икеи, да, загиб не вот здесь, а загиб в середине. Но загиб очень длинный. Дим, давай покажем. То есть вот от места загиба вот сколько туда вовнутрь еще ткани уходит. То есть подушка не выпрыгнет. Наволочки функциональные. Ну, и можно что-то спрятать. Обратно. Так, и вот такие вот бело-голубые. Крупный горох с разводами и такой же мелкий горох. А ну так, вот, будем доставать их? Они точно такие же. Наволочки симпатичные. 250 рублей наволочка. Хотя сейчас нормально. Да, ценообразование сейчас вообще уже не поймешь нигде. Так, пойдем дальше. Что-то так все висит, да, как будто в каких-то это, хижине в какой-то ходишь. Шторы.
гардины пара одна стоит 2000 на просвет. И пойдем рисунок покажем. Кстати, интересная занавесочка, такая легенькая, кухня, детская, детская в морском стиле, да? Рисунок мы еще не показали, да? И хочу показать, как мнутся. Мнутся вот безбожно. Но это хлопок. Хлопок всегда мнется. Хотите немножечко занавеску, покупайте синтетику, полиэстер. Шторы на хвостах, то есть не стандартная шторная лента, а просто хвостики. Поэтому либо это икеевский карниз, либо вы убираете ее и вешаете ленту, если у вас, допустим, там встроенный карниз. Сумка. Сумка для аксессуаров и сумка, просто сумка. Значит, 800 рублей, 1500. Давайте смотреть. Пойдем. Вот такая оська. Вот, наверное, да? Ну, литров на 20 будет, да? Ну, большая, слушай, если нагрузить. Вот так она на мне. Девочкам это актуально обычно. Ну, во-первых, да, то есть, кстати, сейчас мы... Нет, это отдельно, это другая коллекция, но они сочетаемы. Что черная полоска? На шляпе черная полоска, они из разных коллекций. К этой шляпе отдельная сумка есть. Так, давайте теперь разбираться по сумке. Что здесь, зачем и почему. Пойдем показывать. Значит, нанесение уже специально таким вот образом сделано, чтобы эти трещинки были. То есть дальше при эксплуатации вот этот принт не отвалится. То есть вот он такой вот эластичный. То есть трещинки целенаправленные. Обычно у таких прорезиненных принтов они гладкие, идут без вот этих трещинок, и со временем они как-то неаккуратно трескаются. Так, здесь у нас хлопок. Сама ткань похожа на рогожу, но давайте разбираться, что здесь и как. Значит, стирка 30 градусов, ручная, Made in China. Из кого сшили сумку? Ткань джут, подкладка хлопок, джутовая сумка. Но за джут согласна, джут не бюджетная ткань. Вот здесь вот такой кармашек большой. Хороший, достойный хлопок. Но нет никаких замков, нет клепочки, то есть сумка вот мешочек такой. Но в этот мешочек есть такая вот внутренняя сумочка, куда можно все убрать, чтобы ничего не рассыпалось. Значит, она состоит у нас из двух косметических, ну, из как бы средней сумки, да, и косметички. То же самое, джут, хлопок, такие же принты. 800 рублей стоит этот комплект. Так, давай покажем объем. Девчонки, смотрите, то есть вот, грубо, да, три кулака сюда залезут. В качестве косметички вполне такой приличный. Да и можно так. Здесь есть хвостик, который можно повесить на руку, когда не хочется брать большую сумку. Либо вот такая, она маленькая, умещается сюда. Дим, тоже это надо показать, потому что объем так не ясен. Вот. Ну, много, в общем, сюда умещается. Вот эта вот вещичка интересная. Можно использовать комплектом, все это убрать с другой и так вот ходить. Пойдем верну на место и пойдем дальше смотреть. Пойдем. Так, а здесь у нас табурет и такая вот чудо-корзина с ручками. Кстати, она сейчас по акции. Давай сначала про табурет. Если я сюда заземлюсь, не сломаю. Табурет у нас из ротанга, стоит 3000. Максимальная нагрузка 110 килограмм. Давай ее показывать детально. Ротанг здесь уже натуральный полностью. Много вот таких зазубринок. Детеныш, кстати, присаживался наш, да? Попищала, говорит, в тонких летних штанах попу колет. Имейте это в виду. Ну, на самом деле, зазубринок много. Вот ее трогаешь, и я боюсь занозу посадить. Ты во внутренность.
Вот что у нас внутри. Тоже здесь ротанг, обвязка. Но за счет того, что это натуральный материал, много таких вот косячков, да? Трещинок мелких, неровностей, зазубринок. Вот такой тоже самому, что ли, можно сделать? Нет, тут уже надо уметь это делать. То есть это не палки обвязать нитками, да? Здесь вот и этот выступ нужно определенным образом сделать. Так, присесть. Что-то я боюсь, мне кажется, такая хлипкая. Такой вот треугольник. Но я в джинсах, поэтому... Ну, бачку. Ну как-то это она... Ну не уверена я, что 110 килограмм. То есть если на меня сейчас еще 40 килограмм, допустим, посадить, да? Две младших. Дим, ну она вот, ну она жебловатая. Она для чего? Интерьерная? То есть не садиться на ней. Дим, ну это табурет. В саду. На отдых с собой возьму. Так, ладно. А то опять скажут, что мы с тобой много спорим. О! Корзина. Корзина классная. Корзина стоит 3000, сейчас она по Family 2000. Ротанг. Знаете куда? Уважаемые подписчики, если среди вас есть фотографы, ребят, для вас это офигенный вариант. Съемка малышей. Да, большая подушка и съемка малышей. Да? Она крепкая. Смотрите, то есть у нее такая вот форма плавающая. В общем, кстати, вот для фотографов офигенно, да? Можно и для малышей, можно потом просто для интерьера, в зависимости от того, какая съемка. О! Шляпа. То есть вот эта корзина мне нравится. Я на нее смотрела еще на прошлой неделе, но я понимаю, что дома нам ее некуда, наверное, поставить, да? Нет, за 2000 она сейчас по акции вместо 4. То есть на нее скидка 50%. Хотя это новинка. Дим, мы немножко пропустили вот здесь на этом стеллаже. Пойдем вот сюда. Так, значит, мы показывали, да, как чехол упакован. Дальше у нас халаты, просто халатов больше нигде не будет. Вот эти халаты висят. Как-то снять сможешь их? Халаты, размеры S и L. L-ка это у нас... Это L-ка. L-ка у нас на 50-52, а S-ка у нас на 44 примерно. Хлопок и лен. Да, сделано в Китае. Интересная такая легкая ткань. Жаль, что его нет. Вот халата просто, чтобы примерить. Да? То есть его задрали высоко. Я бы его на себе показала. Так, пояс есть, но халат не на запах особо, то есть не, голышком и халатик не получится. Так, дальше, сумки помимо вот такой, ну, которую мы смотрели, да, джутовые, есть вот такие хлопковые. Я сейчас, конечно, попробую их найти вот в подвесном виде. А, вот они. Вот эта сумка. Вот точно такой же принцип, как у джутовой, просто хлопковая. Не знаю, как будет в стирке, слиняет, не слиняет. Кармашек, да, такой же. То есть вот по размеру все один в один, как джутовая. Это мне больше подходит. Также 1500. Точно такая же сумка для аксессуаров. Тоже из двух. Те же 800 рублей. Давай покажем ткань. Хлопок, но внутри потоньше хлопок. Здесь такой прям вот плотный, хороший хлопок. Я думаю, сумочки прослужат долго. Вполне так стильно смотрится. Не хотят замки застегиваться. Ну какой-то же мне надо застегнуть. О! Почему-то? С такой вот маленькой сумешкой можно ходить.
Так, здесь все, больше всего посмотрел, здесь не упустили. Постель, кстати, упакована, ну, за 4000, наверное, грех не упаковать, да? В такой мешочек, не стыдно подарить. То есть полиэтиленки нет совсем, полностью эко, ничего безотходного не будет, ну, кроме вот этого хвоста. Наоборот, все безотходное, туплю что-то я с дороги. Так, тут мы показали. Это у нас получается пледики в таком виде, занавески, полотенца, сейчас мы до них дойдем, халаты, покрывало будет на кровати. Слушай, а это уже другая коллекция. Тинквет. Да, то есть просто думаю, здесь двухспалка, полторы, но она просто хлопковая. Так, ну пойдем там все тогда покажем. Что в упаковках-то показывают? А вот и халат. Одеть? Так, я эску взяла. Я ношу 46-48. Слушайте, да нет, есть и запах. Смотрите-ка, то есть они прям большемерки. 44-м, мне кажется, даже подтонешь, да? Карманы есть. Элька, мне кажется, прям спокойно 52-й оденется, если это самый маленький. Вот. Так, смотри, давай, наверное, корзинки покажем, раз мы здесь, да? Ой, а на такую тоже скидки. Даже распродажи ждать не надо. Значит, смотрите, вот это мне очень понравилось. На прошлой неделе скидки на нее не было, она была 1500, сейчас они по 1000. Интересно, это же корзинеха, да, под пледы, под какое-то покрывало на полу, чтобы вот оно не так валялось. Давайте сейчас сначала... Ой, прям так приятно вот этой соломой пахнет. Такое вот плетение. Дно. Но так как это все ручная работа, то есть они такие вот все... Немножечко не одинаковые и не то чтобы корявые, но неровненькие. Индивидуальные. Да. Так, сейчас мы найдем хвостик. Что это у нас? Основные части – это морские водоросли, сделаны во Вьетнаме. Это младшей дочери можно купить корзину вместо морской капусты шивать. Покрыто жалко только акриловым лаком. В общем, вьетнамские морские водоросли обработаны и сплетенные в корзинку. Ну, вот это как бы... Ну, за это можно денежку отдать, да? Ручной труд, натуральный материал. Ну, и 1000 рублей, мне кажется. Вот куда ее можно, Дим, использовать, кроме как в квартире плед, например, или подушку положить? На пляж? Пареро, подстилку, купальник там, да? Ну, да, она так это... крепенькая. Но она колючая. То есть вот голышом на голое тело ее нет, не особо. А, в синеньком халатике с синенькой сумочкой, да? И с обочечкой. Ой, как-то они здесь так вот были напилены. И вот с этой соломенной шляпой, да? Покажи шляпу еще раз. Шляпка, кстати, 200 рублей стоит. Вот такие вот еще есть. Из водорослей тоже сплетенные, по 700 рублей. Кстати, такие мы в Саранск привозили. Маша брала. Она ее под фрукты использует. Очень нравится, у нее стилистика кухни такая. Морские водоросли, прозрачный акриловый лак. Ну, такая вот корзинешка. Тоже они все... Кстати, это прям ровненькая. Потому что они были прям вот на один бок свалены. Салфетки из другой линейки, но тоже из морских водорослей. Можно сочетать в общую стилистику. В этой же коллекции графин со стаканом 700 рублей. Интересная такая вот штучка. Пузырики в стекле. Воздух. Пузырьки воздуха. Интересно сделано, да, красиво? Тоже хендмейд, ручная работа. Все они уникальные. Графин, сейчас посмотрим объем, стекло, графин объемом 1 литр и стакан объемом 250 миллилитров. Удобно, и крышку не надо, и закрыто.
Вот в такой коробочке продается. Максимум 50 градусов выдерживает, поэтому в горячее не наливаем. Крючок из ротанга, 400 рублей. Ну, такой уж точно сам не сделаешь. Сделаешь? Сделаю. Из чего? Из ротанга. А где ротанг взять? Так, смотрите, значит, шутки шутками. Здесь вот такой крючок. Нас видно? Нас с крючком видно? То есть крепим мы вот. Так. Крепенький. Прям вот такой хороший, добротный. Но ротанг вообще сам по себе материал очень плотный. И, соответственно, использовать можно не только дома, но и во влажных помещениях, на улице. Ротанг выдерживает перепады температур, излишнюю влагу. То есть для него это норма. Так, давай посмотрим. Кресло вот это где-то еще есть? Нет, оно вон там подальше, мы там его покажем. Пойдем покажу. Угадай, сколько покрывало стоит. Я уже видел. Ты уже видел? Жаль. Покрывало стоит 6500. Классное. Как и подушки. Ну, чему удивляться, если подушка стоит 1300. Так. Покрывало у нас 250 на 250, то есть на любую кровать, уже подзатоптанная. Внутри. Что у нас? То есть точно такая же ткань, как у подушек. Это получается 6500 и 2500, 6500 и 2500, 7. 9000 будет стоить комплект из двух подушек и покрывала. Плюс еще две подушки вовнутрь, короче, десятка. Муж, давай купим новое покрывало? Нет? Не разрешает. Так, значит, смотрите. Помимо того, что вот мы показывали вам льняной комплектик, есть еще хлопковый. Хлопковый стоит 1500. Вот такие вот цветочки. На подушке. Может, у нас поближе? На подушке цветочек помелче. На постельке цветочек покрупнее. Кстати, очень-очень такой нежный хлопок. Лиоцельную нитку я не чувствую, но похоже, то есть просто нюльвида, кстати, сюда идеально будет и по цвету, и по фактуре. Сейчас мы поправим, и там на оценке я все прочитаю. Так, значит, двухспалочка у нас стоит 2000. А, так, количество нитей на квадратный дюйм, чем плотнее, чем толще. Не написано, какое количество на квадратный дюйм. Что-то сказано про потайную застежку. А, так, нет. Застежка такая же, как у льняного. То есть точно такие же обтянутые тканью беленькие пуговички. То есть один в один. И вот, кстати, сравнение, да, мне кажется, здесь вот видно сейчас... По фактуре это лен, а это у нас хлопок. Я думаю, надо сделать вот так. Да? Это хлоп, это хлопок, это лен. Наоборот, это лен, это хлопок. Так, идем сюда. Есть еще ширма из ротанга. Довольно-таки большая. Дим, как-то видно? То есть она вот так вот складывается. Получается, у нее три секции. И растягиваете вы, как вам удобно. Сейчас мы ее развернем. Пойдем покажем. Здесь тот же способ крепления, как и у вешалки вот этой лесенки. Такие же. Бумажные веревочки. И, кстати, смотри, переход, да, ротанга? Ну, фишка, может, такая. Хотя вот эта вот вся в одном цвете. Давай размеры найдем. Не хотите платить за ротанг, делайте из колышков, да? Отечественного ротанга. Отечественного ротанга, да. 180 на 157. То есть 180 – это максимальная длина, 157 – это максимальная высота получается. Ну да, так, наверное, будет.
Так, что у нас еще здесь есть? Дим, пойдем. Кстати, наволочки вот так вот упакованы кубиками. То есть это пара кружочек крупный, мелкий. А это пара полосочка и синяя. 600 рублей, как уже и говорила. Это не рядышком. Дальше есть вот такой вот плед. Он почему-то больше нигде не представлен. А, ну он здесь не зафиксирован, поэтому мы его возьмем. Вот такой плед, 2800. Плед у нас размер 130 на 170, то есть небольшой. И сделан он в Китае. Плед льняной. Ну, отсюда и ценник. Слушай, у нас что вообще, что ли, в России или он-то нигде, или только в Узбекистане он остался? У нас уже, то есть, нет, да? В Краснодарском крае тоже вряд ли. Ну да, его же и раньше только в союзных республиках выращивали. В общем, мы без льна живем теперь. Теперь Китай нам льн поставляет. Так. Ну что, у нас еще кресло осталось. Кресло из ротанга, 7000. Ротанг, прозрачный акриловый лак, ножка полиэтилен. Ширина 61, глубина 62, высота 65. В общем, не сильно большое. Меня нормально слышно? Боюсь. Ага. Ой, ну никак не для 110 килограмм. Прям вот. Ну так-то удобно. Здесь не... А, еще смотри, абажурчик. Мы не сняли вот эту вот подвесную трепушульку. Удобно. Пружинит хорошо под спиной. Комфортная. Ничего не врезает. Соответственно, крупный человек сюда уместится любыми параметрами. Единственное, что я все-таки думаю, ограничения по весу есть. 110 килограмм у меня вызывает сомнения. Ну, раз протестировано, значит... Так оно должно и быть. Пойдем еще покажем, попробуем вот этот абажур. Значит, абажур в коробке, 45 сантиметров диаметр, 3000 он стоит. Это вот такая вот юбка. А вот про это девочки скажут, дайте мне каркас, я сама сделаю. Мне, смотри, на ветру, да, если вот где-нибудь вот такой вот открытый бутгаун на берегу моря, да, и вот смотри, вот это. Вот и снимаю, как я качаю это красиво. Я же в его ветер имитирую. Вот, интересный абажур. Переходы красивые. Абажур, сама ткань из хлопка, кольцо абажура сталь. 3000. Еще пошуршать? 3000, да? Так, ну что? Тенквёрт мы показали. Вторую синенькую коллекцию в цветочек пойдем отдельно покажем или сюда добавим? Отдельно. Значит, я пока прощаюсь. До встречи на канале. Не забывайте подписываться. Как мне понравилось у одного автора, уже дядя в годах, сделайте автору приятное. Сделайте репост записи, поделитесь с друзьями. Ребят, правда понравилось, потому что чем больше людей видит, чем больше людей знает, тем, соответственно, больше, да, мысль убежала, в общем, у меня. Тем больше приятнее, да. Да, тем более приятно нам. Вот. В общем, делитесь нашими видео. Кстати, если вы занимаетесь, как мы, доставкой IKEA в свой город, пожалуйста, берите наш контент, используйте. Мы не являемся конкурентами друг для друга, а это удобно. То есть мы разрешаем репостить наши видео себе на стены, на сайты, в социалку, просто клиентам скидывать. Это ничего не запрещается. Комментарии оставляйте. Если вы уже купили эту морскую красоту, напишите, пожалуйста, отзывы. Девчонки, если уже купили сумки и уже если вдруг успели с ними съездить, отдохнуть, пожалуйста, напишите, как эксплуатируется соленая вода, солнце и прочее. Мне очень понравились джутовые косметички, думаю теперь прикупить. И пару корзинок. Ну, это не скроешь, да? Муж не слышит, не вообще совсем от слова совсем не слышит. В общем, комменты, подписки и так далее. А мы пошли дальше. А я рано с вами попрощалась. В общем, на самом деле мы две умные мартышки с Димой. Мы подумали, что это отдельная коллекция, все так красиво, расставлено в синих цветах. Когда подошли, почитали, поняли, что это IKEA собрала дизайнеры. Кстати, молодцы, офигенная идея. Собрали все воедино в синем цвете. Вообще, что показать-то хотела, что мне понравилось. Но это в первую очередь девочкам, да? Девчонки,
Икея может сшить из своей ткани платье. Вот такое вот готовое платье стоит 900 рублей. Стоимость работы 500 рублей и стоимость ткани 400 рублей метр. То есть полутораметрового на метр отреза хватает на платье. И вот такая вот сумка. Тоже из этой ткани. Дим, пойдем ткань саму покажем. Такая вот летняя авосечка. $566 будет стоить такая сумочка. Ну, конечно, кто умеет шить сам, она обойдется во много-много раз дешевле. Но здесь еще дополнительно проклеена ручка, чтобы ничего никуда не гуляло. Вот. В общем, Икея потихоньку нас уже начинает одевать. Единственное, что мне непонятно, я не нашла нигде потайного замка. И как влазить в такое платье, история умалчивает. Но расцветка вполне такая интересная. Жалко, нет зеркала. А можно я к зеркалу подойду? Красиво. Нет, правда, такая вот летняя ткань. Юбочку из такой ткани можно сшить. В общем, в скором Икее будем не только мебель покупать, и у нас будут у всех почти одинаковые квартиры, а еще и одеваться. Теперь точно всем пока и до новых встреч!